Уже 7-й год в подряд 4 раза в неделю Женя Наварко приходит в музыкальную школу бодрым шагом и, как правило, с хорошим настроением. А как иначе? Мальчик утверждает, что нашел занятие по душе и своей жизни без гитары уже не представляет. Хотя и признается, что порой устает от интенсивности регулярных занятий. Наверное, как я сюда пришел, я толком не помню. Куча легенд было в голове, которые все перепутались. А для чего мне это? Это приносит мне удовольствие. За эти годы были какие-то моменты, когда хотелось все бросить, разочарование? Как вы с этим справлялись? Да, перед конкурсами бывало прям вот настроение, что как надоело это все, эта подготовка. Спасает ромашковый чай. И потом все нормально. Обычный подросток, как и большинство юных берестейцев, может дать слабину или волю своей лени, но вместе с тем по-настоящему любит музыку. А потому способен собрать волю в кулак и много работать. Это уже слова Жениного педагога. Дмитрий Борисюк работает с юным гитаристом на протяжении всех лет учебы и гордится его достижениями. Те достижения Жени – это, естественно, плод его действительно ежедневного, многочасового и уже многолетнего труда. Трудолюбие, конечно же, отличает Евгения. Хотя, несмотря на то, он так же, как и все здоровые, нормальные дети, он в меру ленив, в меру хочет полентяничать и позаниматься чем-то другим, и он это, собственно, делает. Но, тем не менее, когда надо мобилизировать силы, он может это сделать. За плечами у этого тандема не один волнительный конкурсный день, а сколько было тренировочных и не счесть. Но и Дмитрий Николаевич, и Женя уверены, что это только начало. Хотя уже сегодня есть чем гордиться. К примеру, совсем недавно, в канун 2016 года, стало известно, что Евгений Наварко получил специальную стипендию Фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. С 2008 года наша школа ежегодно поощряют, наши дети, наш коллектив ежегодно поощряется специальным фондом. Это действительно показатель, потому что далеко не каждая школа в Брестской области, которых более 90, может похвастаться такими результатами. Что касается Жени Наварко, да, это талантливый ученик, который постоянно участвует в различных международных конкурсах и фестивалях. Приятно, что не обходит его вниманием вот этот вот очень престижная награда, и этот очень важный момент в жизни ребенка как специальный фонд. Всего с момента основания фонда его премиями, стипендиями и дипломами было отмечено 27 учеников и 4 творческих коллектива первой музыкальной детской школы областного центра. И это серьезный показатель качества работы не только самих награжденных, но и педагогов и руководства учреждения. Но здесь о достижениях предпочитают громко не говорить, на деле доказывая, что поощрение и высокие оценки получены не зря. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.